поиграть. Давай как-нибудь потом, видишь, я занята. Но сейчас же моя очередь. Вообще-то я первая взяла, так что жди. И сколько мне ждать? Ну, не знаю, может час, а может и неделю. Ага, еще чего, отдай мне попыт. Не-а. Быстро. А то что будет? Ну все, тебе крышка. Девочки, а вы чего ссоритесь? Мне Леона не отдает попыт. Да я еще немного поиграю и отдам. Вы что, ссоритесь из-за этой цветной игрушки? Ну да, знаешь, какая-то классная штука. Ага, сейчас она в тренде. Ну не знаю, как по мне, это обычная бесполезная вещь. Неправда. Даю тебе еще 30 минут. Не заставляй меня идти на крайние меры. Ой-ой-ой, уже боюсь. Луна, хочешь поиграть? Mm-mm. Ну как хочешь. Так, пора сделать зарядочку для моих пальчиков. Где там мой попыт? Не поняла. Он же точно был где-то здесь. Кажется, я знаю, куда он делся. О, Леона, доброе утро. А ты почему такая злая? Даже не знаю. Может, потому что моя подруга украла попыт? Вообще-то он не твой. Он общий, так что я не украла, а взяла попользоваться. Ну-ка, быстро верни его обратно. И не мечтай. Тогда я сама заберу. Ну, дай сюда, Мила. Я дам. Куда убегаешь? Я дам. Мила. Девочки, вы чего? Мила у меня украла попыт. Я не украла. Только не говорите мне, что вы снова ссоритесь из-за игрушки. Это не просто игрушка. Это антистресс. И она мне сейчас не помешает. Психушка тебе сейчас не помешает. Какая психушка? Ну иди сюда, Мила. Детский сад какой-то. Ух ты, в кино сегодня показывают новый фильм. Пойду девочкам предложу сходить. Мила, тебя что, не учили, что с друзьями делятся? Да, это тебя не учили, что с друзьями. Эй, а что вы делаете? Отдай. Мила. Эй. Отдай мне, пожалуйста. Не отдам, вы с ума сошли с этим попытом. Дерете за него, как маленькие дети. Я это конфискую. Это все из-за тебя. Вообще-то ты первая начала. Ну, штука прикольная, но чтобы воевать за нее, а может разрезать его надвое? Тогда у каждого будет свой, и они не будут ссориться. Или может купить еще один. Хотя, кажется, у меня есть идея. Эй, девчонки, предлагаю вам сыграть в одну интересную игру. И как она называется? Бедная и богатая попытерша. Ого, что-то новенькое. А в чем суть игры? Вы уверены, что хотите узнать? Да. Окей, вы выбираете, кто здесь бедная, а кто богатая попытерша. Богатая достанется золотая карта, с помощью которой можно купить много попыток. Заманчиво. А бедной что? А бедной попытки придется делать самостоятельно. Ух ты, это интересно. Да, только сначала нужно определиться, кто здесь богатая, а кто бедная. Выбирайте конверты. Я так и знала. Е-е-е, богатая попытерша. Повезло, повезло. Поздравляю. Давай сюда свою золотую карту. Держи. Спасибо. Ну, я ушла покупать попыты. Не скучайте. Леоне повезло. А где мне взять попыты? А ты хорошенько подумай, не скучай. Ух ты, сколько их здесь! Ребята, а вы любите попыты? Если да, то ставьте лайки под видео. Посмотрим, сколько нас. А я пока буду выбирать. Хотя, у меня же золотая карта, я могу их всех купить. И вот как мне взять попыт из подручных материалов? Так. Резинка не подходит. Плечи тоже. О, жевательная резинка. Я могу отсюда достать жвачки, а сам блистер использовать как попыт. Круто же. Класс, почти как настоящий, еще и звуки издает. Приветик. Ну как тебе? Мне все равно, у меня свой попыт есть. Что? Ты серьезно? Это же упаковка отжимательных резинок. Ну и что, она никак не хуже попыта. Удачи.
Да, этим блистером долго не поиграешь. Его можно только в одну сторону нажимать. Да и маленький он какой-то. Что бы еще придумать? Леона, ты не занята? Смотря для чего. Предлагаю поиграть в мяч во дворе. Отличная идея. Пойдем. Леона. Постой. Леона. Леона, давай еще раз. Леона, может, расстанешься со своим попытом хотя бы на полчаса? Извини, я не могу. Во время игры я нервничаю, а попыт отлично снимает стресс. Понятно. Луна, ты где? Давай, постой. Ты чего ушла? Весело же играли. Интересно, а где моя чашка? Ну, наверное, в гостиной оставила. А это что такое? Кажется, я понял. Это подставка под чашку. Мне как раз такая нужна. Я не поняла. Кажется, здесь кто-то был. Одного не хватает. Странно. Мила не должна была взять. Она сидела в гостиной. Сейчас я попробую сделать попыт самостоятельно. Посмотрим, что из этого получится. Кажется, неплохо получилось. Что это у тебя? Вообще-то это попыт. Ты серьезно? Этот кусок бумаги ты называешь попытом? Да, и он ничем не хуже твоего. Всем привет. О, Луна, скажи, чей попыт лучше, мой или Милан? Прикольно, если честно, мне оба нравятся. Да ладно, мой круче в 100 раз. О, девчонки, как дела? Эй, откуда это у вас? Что? А, это? Так это подставка для чашки. Я ее на кухне нашел. Это не подставка для чашки. Отдайте, пожалуйста. Не отдам, я ее первый взял. Что-то я проголодалась. Сейчас найдем что-нибудь съедобное. Предлагаю яичницу сделать. Ой, кажется, яйца закончились. Погоди-ка, с этого контейнера можно сделать отличный попыт. Круто, я бы до такого не додумалась. Ты просто никогда не была бедной попытершей. Леона, ты где? О, сейчас посмотрим, что это такое. Если это не подставка под чашку, то что это? А, я понял. Это, наверное, коврик в ванную. Пойду отнесу. Мне срочно нужен новый попыт, чтобы такого придумать. Здесь ничего нет. О, круто, пупырчатая пленка. Это же попыт моего детства. Ребята, признавайтесь, вы тоже любили ее лопать? Если да, вот, то подписывайтесь на наш канал. О, что за приятный звук такой? Пузырчатая пленка, класс, дай поиграть. Еще чего, у тебя куча попыток, играй с ними. Да я уже готова поменяться, хочешь? Ты мне готова дать свои попытки? Да, ты согласна? Ну давай. Я сейчас. Не поняла, куда подевались все мои попытки? И последний. Я так и знала. Леона, что ты делаешь? Это не коврик для ванны. А что это тогда? Вот, сколько ты хочешь за нее попыток? Пять это много. Могу предложить 3-4. Ладно, уговорила. 1, 2, 3, 4. Спасибо. Забирай. Класс, помню, как в детстве родители купили в такой пленке холодильник. Так мне ее на полгода хватило. С тех пор я ее обожаю. А мне больше современный вариант нравится. Леона, сделаешь мне маникюр? А что сегодня за праздник? Я на свидание иду. А, по такому поводу, конечно, сделаю. Тащи сюда лаки. Я уже принесла, у меня все с собой. Леона, можно побыстрее? Да куда быстрее? Я и так делаю быстро, как могу. А может, ты хотя бы сейчас отвлечешься от своего попыта? Если что-то не нравится, можешь сама все делать. Пожалуй, так и сделаю. А то я так на свидание. Луна в последнее время какая-то странная.
Так, посмотрим, что на ютубчике показывает. 23 кубика, классная команда! Конфеты закончились. Смотрите, это же похоже на попыт. И звук такой прикольный. Так вот откуда этот противный звук. Что ты творишь? Играю в попыт. Ты можешь прекратить, я вообще-то спать пытаюсь. Извини, я делаю все, что хочу. Тем более день на дворе, какой спать? Ладно, чего ты хочешь? Твои попыты. Ага, еще чего, я тебе и так 4 отдала. Ладно, спокойной ночи. Ладно, я сейчас. Вот, держи. Спасибо. А это я забираю. Так, что сегодня приготовим? Я предлагаю спечь пирог. Окей, тогда достань муку, а я поищу формы для выпекания. О, Луна, смотри, что я нашла. Отличная форма для выпекания. Да какие это формы? Это гигантские попыты. Смотри, какие они классные. Мила, послушай, мы уже собирались печь пирог. Да подожди, вот твой пирог. О, если положить на пол, то можно и ногами ходить. Класс, пойду Леоне покажу. Эй, а пирог кто будет готовить? О, Леона, а ты все в свои игрушки играешь. Ну, ага, у тебя и таких нету. Ну и что, зато у меня есть гигантские попыты. Ого, класс, а где ты их взяла? Где взяла, там уже нет. Слушай, а дай мне с ними поиграть. Ой, даже не знаю. Умоляю, ну пожалуйста. А что мне за это будет? Хочешь мои попыты? На, забирай все. Ну ладно, давай. А тот попыт? Лови. Класс. Леона, ты закончила? А что? Не хочешь сходить на пикник? Хочу, конечно. Классная идея. Тогда пойдем собираться. Пойдем. Смотри, отличная полянка. Давай здесь остановимся. Давай. Готово. В смысле готово? А где твои продукты? Я их выложила, пап. Пойди для меня главнее. Знаешь, Леона, устраивай пикник со своими попытами, а с меня довольна. Луна, ты чего? Чего же говорю, в последнее время она какая-то странная. Девочки, мне кто-нибудь поможет украсить сад? Другого я не ожидал. О! А это что такое? Кажется, для сада подойдет. Леона, я уже наигралась, давай меняться обратно. Леон, вставай, давай. А, где? Что это было? Где мои попыты? Не знаю, полчаса назад были здесь. И кто их мог взять? Ну, не знаю, может, Луна. Пойдем спросим. Луна, мы тебя искали. Надеюсь, для того, чтобы отдать формы для выпечки? То есть, это не ты взяла гигантские попыты? Нет. Ну, все понятно, значит, Руслан. Что-то его нигде нет. Мы его еще на улице не смотрели. Точно, пойдемте. Я так и знала. Мне кажется, сегодня мы останемся без пирога. Что вы сделали? Как что? Розы вот украсил. Вам что, не нравится? Ну как сказать? Это были наши попыты. Снова попыты? Да у вас уже какая-то зависимость от них. Может, на море бы съездили? Подальше от этих попыток. Развеялись бы. А вы правы. Девочки, а что если все вместе поехать на море? Идея хорошая, но где мы возьмем столько денег? А что если продать все попытки? Продать? Ну да, вы уже ими наигрались, пусть другие поиграют, а мы зато на море поедем. Идея неплохая, я не против. А, конечно, ты не против, ты же бедная попытиша, тебе терять нечего. Леона, ты согласна? Согласна, если честно, я уже устала от этих трендов. Хочу лежать на пляже и кушать мороженое. Ну вот и решили, мистер Руслан, извините, нам попыты надо забрать. Ого, сколько у нас их, жалко как-то их продавать. Ничего не жалко, Леона, фото все это выставляй в интернете. Так, создать объявление. Ух ты, да это нам на целый месяц отдыха хватит. Ага, кто мог подумать, что их так быстро разберут. И даже гигантские, только появилась теперь одна проблема. Нам не в чем печь пироги. Не расстраивайся, знаешь, сколько форм мы можем купить за эти деньги. Только давайте хоть немного на отдых оставим. Ну все, хватит разговоров, чемоданы сами себя не соберут. Согласна, предлагаю приступить прямо сейчас.